Когда я задумываюсь, то я понимаю, что да, ситуация сложная, и она может перейти именно в холодную, которая уже давно идет, и очень серьезную войну. Но я очень верю нашему президенту, я верю Лаврову, министру иностранных дел. Это люди, если бы не имели холодную голову, уже давно война бы началась. Поэтому они идут по нашему русскому, русской пословице. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот так.